Бывший премьер-министр и действующий генсек УДКБ Имангалит Исмагамбетов похвастался своими украшениями. Он даже организовал выставку в столичном нацмузее, где коллекцию ювелирных изделий смогли заценить все желающие. По словам Исмагамбетова, собирать уникальные украшения начала еще его бабушка. Всего в коллекции почти 1400 уникальных серебряных изделий. Это серьги, перстни, браслеты и гребни. На самом деле, на всеобщее обозрение все это богатство чиновник выставил не ради хвастовства, а чтобы популяризировать ювелирное искусство. Так он сам это объяснил. Поддержите нас, ссылки в описании канала.